Скандал в элитном учебном заведении Екатеринбурга. Родители школьников 70-й гимназии обратились в прокуратуру. Они заявили, что учитель начальных классов оскорбляет их детей. В доказательство предоставили аудиозапись урока. Ну, из-за таких балбесов будут страдать другие ученики, хорошие ученики. Почему хорошие ученики страдают от вас, балбесов? Родители решили положить в школьные рюкзачки диктофон после регулярных жалоб детей на преподавателя. На аудиозаписи явно слышно, как учитель повышает на школьников голос, при этом откровенно оскорбляет их. Родители, услышав эти записи, сначала обратились к директору гимназии, а затем и в прокуратуру. В настоящее время проверка не окончена. При выявлении нарушений федерального законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. На этой неделе в гимназии провели родительское собрание, где обсуждался этот инцидент. Сами родители разделились на два лагеря. Одни встали на защиту педагога, а другие настаивают на ее наказании. Сама учительница сейчас находится на больничном. Я просто не могу сосредоточиться и ответить вам тоже не смогу ничего. Тем более я плохо себя чувствую. Я второй раз на больничном после вот этих разборов. Извините, я не смогу вот физически, ни морально, никак.